весело проводит время. Я не понимаю, что происходит. И чеховскую, и классику я люблю, и классические постановки мне тоже нравятся. Потому что там своя атмосфера, там своя структура. Продолжаем ходить. И сейчас тоже отмечайте, где... День моряка, день рыбака, день тигра. В эти дни многие на набережной ведут себя как животные и говорят «Ра!». Ну что, как настроение, ребят? Замечательно. Ну, в первую очередь то, что я думаю, что вот у современного театра очень плохо, особенно у нашего, выработан понятийный аппарат. То есть для того, чтобы понять, да как говорить, о чем говорить, как обсуждать, вообще как вступать в коммуникацию, прежде всего нужно понять вообще, о чем идет речь, да? Что мы называем чем. Сколько спектаклей уже посмотрели за эти дни? Я не считал. Сколько спектаклей за эти дни ты уже посмотрела? 3, наверное. 2. Подсказка, подсказка. 2 читки, 1 спектакль. Сейчас 2. Вот когда у них было двое на сцене, и она раскрывала тушку своего Дудкевичу, да, она рассказывала, было похоже на действительно какой-то моноспектакль. Моноспектакль. Консультант, он хоть и андроид, но он же там не холодильник, не вечер. Потеряла свою мать. Вот, и девушка воспринимает консультанта как больше как живого человека.